Безотходное производство, разработка самарских ученых. Молоко можно будет купить, не заходя в магазин. Молокоматы должны появиться вскоре в Самарской области. Такие аппараты будут делать в Тольятти. Проект поддержало федеральное правительство. Ведь гораздо полезнее утолить жажду свежим деревенским молоком, чем газировкой. В такой агрегат помещается 200 литров. Остатки тоже идут в дело. Картридж сменный меняется в этом молокомате. Мы отвозим на перерабатывающие предприятия. Вот сейчас буквально в Челновершинах запустили сырное производство. На ярмарке самарского фермера от изобилия глаза разбегаются. Мясо, молоко, рыба, овощи, мед. Каждый фермер, конечно, хвалит свою продукцию. Мясо очень вкусное. Плюс все диетологи, да, говорят, что это низкокалорийное мясо. Рекомендовано диетологами, рекомендовано детям, потому что оно гипоаллергенное. Всегда изба красна пирогами, так же, как и у нас. Правильный хлеб. У него сроки реализации, часы вообще у правильного хлеба. Они сутки и не недели. Надо купить столько хлеба, чтобы скушать его. В выставочном комплексе «Экспо Волга» собрались фермеры со всей Самарской области. Для них это хорошая возможность познакомить людей со своими товарами. Самарцы же могут приобрести свежие и экологически чистые продукты. Сегодня и в торговых сетях, и на любом рынке можно увидеть нашу местную продукцию. Она стала пользоваться спросом, но она намного качественнее, она намного полезнее для человека, чем те пластилиновые яблоки, которые мы много лет завозили в губернию. Кроме продаж на выставке также пройдут круглые столы и семинары для фермеров. Гастрономический праздник продлится с 4 по 6 декабря. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.